Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер все те, кто является поклонником продукции фирмы Oriflame. Сегодня вы присутствуете на феноменальной, неповторимой вечеринке. Сегодня Big Ori Show. Что это значит, вы узнаете чуть позже. А пока мы проверим готовность этих замечательных ребят к этому прекрасному вечеру, к лучшему вечеру в их жизни. Итак, поехали. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна. Татьяна, вы являетесь здесь гостем? Нет, не совсем гостем. И гостем, и поклонницей фирмы. Фирма Oriflame, мы так понимаем. Скажите, что вы ожидаете от сегодняшнего вечера? Ну, я пока еще не знаю, что ожидать. Это все в процессе произойдет. Что-нибудь интересное. У вас уже новогоднее настроение? Пока еще нет. Жду вот зарядиться новогодним настроением здесь на вечере. Что можете пожелать всем работникам и всем любителям данной продукции? Использование своей косметики, своей жизни, продукции фирмы Oriflame. Наилучшего пожелания всем наступающим новым году, здоровья им, их семьям, их детям и всем-всем людям, которые нас окружают. Сейчас будет взято интервью у замечательной молодой пары. Они прожили вместе очень большую супружескую жизнь. Они очень счастливы. Давайте спросим, давайте с ним познакомимся и узнаем, что же они ждут сегодняшнего вечера. Итак, здравствуйте, ребята. Можно узнать, как вас зовут? Анастасия. Олег. Анастасия, Олег, скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от сегодняшнего вечера? Сюрприза. Все-таки новогодний вечер. Предновогодний. Скажите, вы уже думали, как праздновать этот год? Нет, не думали. Еще есть время. Вы являетесь поклонниками продукции данной фирмы, фирмы Oriflame? Ну, я немножко поклонник, а так, я консультант. Гость. То есть у нас, уважаемые друзья, у нас присутствует консультант и гость консультанта по совместительству, прекрасный муж Олег, Анастасия. Олег, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, трудно ли быть мужем консультанта? Конечно, трудно. Ну и приятно, наверное. И приятно. В чем самая главная приятность вот такого подарка? Красиво выглядит за счет косметики, ну и тому подобное. Что еще там продается? Спасибо. И последний вопрос. Что ждете от приходящего года? Каким он будет? Незабываемым. Самым лучшим. Спасибо. Человек, у которого мы возьмем интервью, он не то чтобы как-то связан с этой компанией, просто ему очень часто снятся сны про компанию Oriflame. Очень интересный человек. Антон, добрый вечер, Антон. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим у вас взять интервью. Подойдите, пожалуйста, поближе. Ну давайте мы попробуем это сделать. Антон, мы вас совершенно не знаем. Да, знаете, я ни в коем случае не рекламирую здесь свое агентство или что-то еще. Я просто пришел посетить мероприятие Oriflame. Вам интересно, да? Да. Ну вы, я так понимаю, давний любитель, вы любите проводить свободное время на корпоративах компании Oriflame. Первый раз. У него сегодня дебют. Мы просим это подчеркнуть. Нет, я почему сюда пришел? Потому что как-то мне случайно достался тюбик увлажняющего крема. И он настолько меня увлажнил, что я не мог сюда не прийти. Вы ждете от сегодняшнего вечера еще больше увлажнения, я так понимаю. Я хочу увлажниться на полностью. Скажите, а что вас сегодня больше всего увлажнит? Вот как вы думаете? Я надеюсь, вы. То есть вы рассчитываете на мое увлажнение? И на Oriflame, конечно. В совокупности я плюс Oriflame все-таки увлажним вас по полной. Да, я за то, чтобы этот вечер был самым влажным вечером в моей жизни. Точнее, важным, я оговорился, самым важным вечером в моей жизни. Вы не ошиблись, это именно самый важный вечер в жизни Антона. Спасибо, Антон. Что можете пожелать стране в этот предстоящий год? Я хочу пожелать одно, чтобы компания Oriflame богатела, захватывала мир и мне давала бесплатные свои товары. Вот так довольно искренне думают рядовые граждане Российской Федерации.
Следующий гость, у которого мы возьмем интервью, это один из самых главных людей, один из самых главных работников фирмы Oriflame в городе Котласс. Итак, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и должность. Меня зовут Гроздова Надежда, я менеджер компании Oriflame, мой уровень 18%. Ну, вы сказали, главный, наверное, не главный, потому что у нас есть еще Наталья Невзорова, который золотой директор. Обратите внимание, уровень 17%, 18% – это показатель, он равен внутреннему валовому продукту России по итогам 2011 года. Друзья мои, это довольно-таки символично. Скажите, пожалуйста, а что вы ожидаете от сегодняшнего вечера? Так как мы хорошо этот год поработали, поэтому хочется все-таки отдохнуть сегодня. Я думаю, что вы отдохнете хорошо, весело и, самое главное, продуктивно. За этим мы сюда и пришли. Скажите, что можете пожелать гражданам России, ну и котлашанам в предстоящем 2012 году? Конечно же, как всегда, погода в доме, да? Удачи, здоровья и, конечно же, любви. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые друзья, мы вновь за прекрасным новогодним столом. Здесь очень много угощений, я уже проголодался. У меня выделяется желудочный сок, но для того, чтобы он выделялся грамотно и не во вред моему здоровью, я пользуюсь косметикой Oriflame. Да, вот именно вот так. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и какая ваша должность, так скажем, или статус в компании Oriflame? Здравствуйте, меня зовут Вяткина Татьяна. Статус в Oriflame был просто консультант, а сейчас уже как гостья. 6 лет я занималась, а сейчас выбыла как гостья, бывший консультант. Скажи, пожалуйста, много ли позитивных моментов за 6 лет доставило вам заниматься распространением и консультацией косметики Oriflame? Много. Расскажите хотя бы один очень положительный момент в жизни, который запомнился больше всего. Ну, положительный момент – это то, что много знакомых сразу появляется. Который запомнился. Подсказывайте, девочки, у кого что. Может быть, были какие-то необычные клиенты, которые оставили у вас лично хорошие эмоции, впечатления, с которыми приятно работать? Нет, могу сказать один. Вспомнила момент. Где-то 4 года назад я ездила в Украину в гости, и у меня была косметичка с косметикой Oriflame. А назад, когда мы ехали, я ее случайно оставила в поезде, и с нами ехала еще одна пара, молодая. И когда я вышла и тут же вспомнила, что я ее забыла, я вернулась, еще поезд не отошел. Мне сказали, что вы, если косметика Oriflame, вы ее не найдете. Mm-hmm. Ну, вот такой момент. Потому что действительно правда. Тем самым можно... Так дорого, там столько много всего... Тем самым можно сделать вывод, уважаемые друзья, что косметика Oriflame пользуется популярностью не только в нашей стране, но и в Украине. Ну, в Украине, да, они тоже занимаются этим. Так что мы все занимаемся одним делом, великим, ради развития великой страны. Еще раз всем добрый вечер, уважаемые друзья. Мы сейчас возьмем интервью у ребят, которые занимаются монтажом. Они раскладывают оборудование. Ни в коем случае они совершенно не связаны никак с компанией Oriflame. Но тем не менее, мы попробуем узнать, что они думают про эту компанию. Итак, здравствуйте, ребята. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я имею отношение к компании Oriflame, но готов ответить на ваши вопросы. Вот видите, уважаемые друзья, работники Oriflame настолько универсальны, они могут заниматься консультацией, они могут продавать косметику и могут одновременно при всем этом заниматься монтажом и демонтажом оборудования. Вот так вот, вот такие универсальные люди работают в этой компании. Вот такая, блин, вечная молодость, приходится делать все. Да. Александр, скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от сегодняшнего вечера? Я праздника для души. Ожидаю, что люди порадуются сегодня. Тем более у нас сегодня интересные ребята, которые хотят нам устроить этот праздник. И у нас замечательная публика. Я думаю, что у нас будет такой хороший тандем, и люди получат 8 маленьких удовольствий, а может еще и большое-большое. Александр, скажите, вы готовы сегодня на маленькое чудо каждому гостю, который сегодня пришел на мероприятие, дать по 17%? Да, даже где-то они у нас запрятаны, эти 17%, я думаю, что они сегодня их получат. А ведущим 30? А ведущим 35 запланировано. Ну, в честь 2012 года. Значит, 2012
Ну да, 17% плюс 5, как сказал ваш коллега. Да. Александр, что вы можете пожелать своим работникам, своим коллегам и просто котлашанам вот в честь наступающего 2012 года? Я пожелаю им... У меня есть такая мысль сейчас, взлетела вдруг, чтобы у них было все в доме спокойно и в достатке. Вот когда спокойно и в достатке, человеку жить хочется, творить хочется. Поэтому я надеюсь, что Новый год им принесет достаток и спокойствие в доме. Спасибо. Я думаю, что именно так и будет. Замечательно. Уважаемые друзья, следующий гость, которого мы попытаемся спросить, попытаемся получить ответы животрепещущие, это, вы не поверите, кто, это золотой директор компании «Орифлейм» в городе Котлас, это Наталья Невзорова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, ребята. Наталья, скажите, пожалуйста, что вы сегодня ждете от вечера? Ой, вы знаете, так отдохнуть хочу, весь год работали, работали, сейчас хочется немножко расслабиться. Ну, я надеюсь, что я уйду в нормальном состоянии. Мы тоже надеемся, что Наталья уйдет в нормальном состоянии, потому что... Не очень золотая. Ну, немножечко серебряная, а может быть бронзовая. Конец вечера покажет. Наталья, скажите, пожалуйста, а что такое золотой директор? Золотой? Ой, ну, когда слиток золота дают, значит, уже золотой. А если слиток бриллианта, то уже бриллиантовый. Уважаемые друзья, вот в этом замечательном кошелечке, который Наталья держит в руках, да, находится именно слиточек. Тот слиток, благодаря которому Наталья стала золотым. Да, можно заглянуть. Вот вы видите, да, вот он замечательный слиток, значит, слиток, к сожалению, или к счастью, переведен в денежный эквивалент. Конвертирован. В денежный эквивалент. Российский рубль на сегодняшний день самая стабильная валюта в мире. И признана она как дублирующей во всем мире. Жалко, что не полный пока. Поиздержались. К концу вечера мы надеемся, что горшочек будет варить и будет полон будет горшочек. Наталья, скажите, пожалуйста, что вы можете пожелать своим работникам, поклонникам продукции компании «Орифлейм» и просто котлашанам, и россиянам, ну и шведам заодно? Ой, вы знаете, шведам, конечно... Но у них все есть. Что им желать-то? У них так все есть, у шведов. Пусть они нам что-нибудь еще дадут. Ну, там, что у них там завалялось, например. Семью, ну, там пару вольф, например, да. Семью шведскую. Ну, семью шведскую. Ну, это кому уж, кому не хватает. Одну хотя бы, для примера. Да, да, хотя бы, да. А коллегам, своим партнерам хочу пожелать, чтобы у них этот год был благополучным. Ну, и чтобы вы нас радовали своими шутками. Ну, а жителям города Котласа, кстати, еще, да, чтобы жители города Котласа не забывали, что есть такая компания «Орифлейм», и что если им нечем помыть голову, руки перед едой или почистить зубы, то пусть приходят, мы им поможем. Наталья Невзорова, золотой директор компании «Орифлейм», золотой человек, поможет всем нуждающимся в этом городе. И шведам тоже. Да. Уважаемые друзья, следующий человек, которого мы будем спрашивать, которого мы будем домогаться своими вопросами, это не просто человек, это не просто котлашанин, это гости из Коряжмы. Друзья мои, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и какой у вас статус и должность в компании «Орифлейм», если он есть. Пользователь. Меня зовут Ольга, я на уровне пользователя. Вы активный пользователь. Скажите, а... Какой конкретно продукт у вас вызывает большой интерес? Губные помады, блески для губ.
вы считаете это лучшим продуктом этой компании? Ну, как бы из всех продуктов мне очень нравится качество. Скажите, а как давно вы пользуетесь блеском для губ компании Oriflame? Пять лет. Скажите 10 на камеру. 10. Нормально. Вы знаете, 10 лет – это довольно большой срок уже, я должен сказать. Да, я тоже так думаю. Скажите, пожалуйста, Ольга, мы знаем то, что вы из Коряжмы, про вас уже доложили. Да? Да, про вас уже доложили. Не успели приехать, да. Как добирались из Коряжмы до Котласа? Ой, добирались очень замечательная погодка, тоже замечательная, еще бы не было бы снега, было бы чудесно бы. Мы зашли в кафе напротив, посидели, выпили по чашечке вкусного кофе, да, потом пришли вот на праздник. Думаем, что отлично проведем время, и настроение чудесное, прекрасное накануне Нового года. Оля, скажите, пожалуйста, вот представьте такую ситуацию, что косметика Oriflame пропала. Вот взяла, была-была, и вдруг исчезла. Скажите, как вы будете чувствовать себя вот без косметики Oriflame? Плохо. Буду плакать очень сильно. Вы будете страдать? Да, я буду очень-очень сильно страдать. Как я буду без своего блеска, который увеличивает объем губ? Действительно, как это вы будете без него? Оль, и последний вопрос. Пожелайте что-нибудь в предстоящем 2019 году, что-нибудь котлашанам, коряжемцам, россиянам, ну и можно шведам. Ой, я хочу пожелать, не знаю, во-первых, поздравить с наступающим Новым годом. Хочу пожелать дальнейшего процветания как компании, так и представителям этой компании. Ну, всего самого наилучшего, счастья, здоровья и дальнейших успехов и процветания. Уважаемые друзья, вместо микрофона в моей руке вилка, и это означает, что вот совсем скоро уже начнется застолье, и мы уже к нему готовы, как никогда. Перед тем, как мы начнем само мероприятие, нам бы хотелось взять интервью у девушки, которая пришла сегодня в костюмчике розовой кошечки. Здравствуйте, здравствуйте. Вот так она любит общаться с людьми по-своему. Мы поняли, на кошачьем языке это обозначает добрый день, уважаемые друзья. Мы рады вас приветствовать в этом зале. У меня все очень хорошо. Следующий вопрос. Я правильно перевел? Мяу! Да, она сказала «да». Скажи, пожалуйста, как вас зовут? Кем вы являетесь в этой фирме, в этой компании? Вот такой первый вопрос. Меня зовут Анна Хачатурян. Я являюсь консультантом. Скажите, а сколько лет вы уже являетесь консультантом в этой фирме? Консультантом я являюсь 1 год. Какие положительные эмоции вы испытали за 1 год работы в компании Oriflame? Я уже на 3-м празднике, мне очень нравится, я нисколько не сомневалась, идти ли сюда. Мне нравится компания, мне нравится ее душа, как здесь относится к каждому человеку, подарки, сюрпризы. Конечно, продукция. Скажите, пожалуйста, что вы можете пожелать котлашанам, лиминчанам в наступающем году? В наступающем году. Точка. Я хочу пожелать хорошего настроения, пользоваться косметикой Oriflame, быть красивыми, радостными, успешными. И всего самого лучшего. Спасибо большое. Отдыхайте, расслабляйтесь. Oriflame начинается.